Так. Хочу сделать себе броню черного бога. Для этого нам надо 100 искр. Вот они у нас есть. Но еще понадобятся частицы силы мне. И 100 таких штук. И такую. Так, короче, одну соберем. Для начала вот доспех гигантского древня с 10 уровнем кафраса есть, но в нем хорошие камни стоят, их надо как-то вытянуть. Можно, конечно, за мили, вот мили, купить молоток этот, а можно его вручную сделать. Чтобы вручную сделать, нам понадобится. Так. Вот, понадобится 2 молотка. На один молоток 10 частиц силы. А где частицы силы взять, это камни инкрустации. Так, инкрустация в основное оружие. То, которое по 2 миллиона сейчас. Так, тогда посмотрим тут. Вот. Одна штука. 5 штук. Нагреваем.
сотворили, заперли ворота, отняли. А вот такие дешевые камушки я разламываю на черный порошок. И надежду спастись, Бога запретили, для другого Бога начали пахать и пастись. На площади острый топор оставил свой след, и каменьем мостовой окрасил свой цвет. Флаг вампира, флаг вампира, флаг вампира, флаг вампира. Так, теперь будем делать молоточек. Для этого выбираем простую алхимию, выбираем частицы силы и чистый слиток железа. Изготовить. Мир гремит, бьют вампиры, кровь обманом пойманных жертв. Адский перст сеет щедро зло, конца которому нет. Флаг беды, зиму страшной смерти густо кровью по... Смотрим, вот два молотка черного духа сделаны. Теперь будем делать пламя. Для этого берем, надо искры отчаяния, их выбивают на минотаврах, называются туру, 100 штук. Пока я бил, ни одно пламя мне не выпало. Набил искры и нагреваю искры. Пламя отчаяния есть. Теперь. Так. Как же делать броню? Сейчас глянем. Ага, у Торина Моргрима надо получить квест. Он находится на Туру. Бежим в лагерь Туру. Поганых, реки кровяные текут.
и себя вампиры, слуги злого мрака, лорда кровяными зовут. Утоплен обещанный рай, лишь кости и вонь, и пляшет в холодных глазах безумный огонь. Мир гремит, бьют вампиры кровь обманом пойманных жертв. Адский перст сеет щедро зло, конца которому нет. Флаг беды, стимул страшной смерти густо кровью болит. Сад погиб, и тяжелый дух долины трупом смердит. Мир гремит, бьют вампиры кровь обманом пойманных жертв. Адский перст сеет щедро зло, конца которому нет. Флаг беды, стимул страшной смерти густо кровью болит. Сад погиб, и тяжелый дух долины трупом смердит. Дружины врага стирали в пыль. Здесь Русь восстала духом, здесь кончила зарда. Здесь верили, что сгинет зараза навсегда. Yeah!
теперь снимаем этот костюм. Так. Ага. Извлечение инкрустации. Выбираем доспех. Выбираем молоток. Нажимаем. Нажимаем извлечь. И нажимаем извлечь. Опять молоток выбираем. Извлечь. Извлечь. Так. Как вы видели, квеста у меня не было. Доспех 20 уровня. Древняя или носа должен быть в инвентаре. И пламя отчаяния тоже в инвентаре. Если нету, тогда не будет квеста. Вот я сейчас одену. Квеста нету. В инвентаре лежит. Квест есть. Берем квест. Доспехи мертвого бога. Доспехи гигантского древня. Изготовление. Выбираем ухаха. А вот и ты хочешь получить доспехи мертвого бога. Наконец-то я смогу увидеть эти доспехи, пропитанные нестабильной энергией. Еще никто на этом материке не видел подобного. Это такой ценный опыт. Запомни этот исторический день. Отойди подальше, тут небезопасно. Пришло время начать ритуал. Древний Атор, дай мне сил. Выбираем диалог. Отдаем доспехи гигантского древня 20 уровня. Уровень усиления Кафраса 10. Обязательно. Потом отдаем пламя отчаяния. Завершено. Теперь начать производство доспехов. Это надо подойти к этому пламени. Нажать R. Диалог. Изготовление доспехов мертвого бога. Черный как тьма кристалл реагирует на тихий голос звезды. О, какой он здоровый, как бабахнул. Твоя судьба – это сверкающая в ночном небе красная звезда. Обалдеть. Получив силу древнего Атора, Торин Моргрим ударил молотом в полную мощь. Источавший могущественную энергию осколок был поглощен доспехами мертвого бога. Так. Теперь вот она висит. Ну, получать, наверное, у Торина Моргрима. Так. Вот, возьми доспехи с силой мертвого бога, а я немного отдохну, давно не держал в руках молота, все тело сковало усталость. Вот, задание основная награда. Вот они наши доспехи. Класс, наконец-то. Ну, пока месть так накину. В следующем видео буду уже точить. Точить мы где будем? Чем их там точить надо? Ну, поедем пока в Велю, а в следующем видео уже точить будем. На этом все. Всем пока.